Всем привет! Меня зовут Полина Николаенко. Сегодня, прежде чем как приступить к блогу, я хотела вам напомнить. 29 июня здесь на канале YouTube 19:30 будет моя первая трансляция. Не пропустите, я вас всех очень сильно жду. И сейчас мы приступаем к самому блогу. Сейчас мы приехали на Мамаева слова. Да вот тут так красиво, тут очень красивая природа, мне все нравится. Тут красивый домик. А вон там казак. Справжний украинский. Правда, вид портит вот эта вот высотка. Лес, 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 и вот тут эта высотка. Блин. Сейчас мы идем на мостик. Вот такой мостик, правда, я боюсь свой телефон уронить. А ось це справжня українська хата, які дуже-дуже давно були. Зараз у нас вже не такі хати, але є ще на Західній Україні. Я без зйомок. Это Таня, моя нова подруга. Вона мене знайшла. Я її знайшла, вона мене знайшла. І Оля ушла, обиділась. Олю ви вже знаєте по всім блогам остальным. Я не знімаюсь. В общем, ми гуляємо, у нас тут тучі как-то, і я в короткій футболці. Ну, короче, погода плохая ще. Ну, короче, погода ужасная, я ненавижу таку погоду. Ну, нам тут з Саней весело. Она постоянно уже ржет. Потому что это мы. Да. Нам всегда весело. Ее очень смешит одна фраза. Чай, 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 Липтон, чай, Липтон, 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 чай. Полина. Ну, короче, мы сейчас приехали на Мамаеву слободу. Мы уже тут гуляем. Постреляли из лука. Это было круто. У нас круто. Это очень хорошо получается. Очень. Ну вы сейчас посмотрите. А вот так вот стреляет у нас Егор из лука. Казак наш. Вот это вот я стреляю. Да, конечно. Таня ржет, как обычно. Ну это же мы. Всему есть логическое объяснение. Понячка! Тут реально нереально красиво. Это вообще ужас. И вообще, кто скажет, что это почти центр Киева? Это Полина. Вот так тут красиво. А вот это вот мы с Таней так любим кататься на качельке. Это ужас. Курочки. А Полина как всегда. Я только что покормила коз. Я снимаю новый выпуск, вызов принят. Вот такая вот я. Значит, настроение пока отличное. Да, они такие хорошие, они так смешно кушают. Я их сначала боялась, ну ладно. Это вообще ужас. Я в шоке, какие большие эти. Вот и Таня. Не. Егор, ты точно выводишь мое видео? Сегодня оно будет. Хочешь посмотри? Я кое-что придавил. Может, это ключ какой-то? Смотри, Валера стучит, так одея открывается, и меня ножу. Это закрытая ручка, да. Старый деревья. Опа! Вот это вот мой бывший муж! Опа! Садька! Так, иди. Иди. А там все реально будет стоять? Нас построй, подожди. Эй, блин, Влад! А вот так вот проходит мое свободное время, когда мне нечем заняться. Мы сейчас проходим. Тут леса, дома, тут реально красиво очень. Девочки там болтают. Ой, зайчик, 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 а точнее кролик. Я люблю ее. Я ее люблю. Камыши, божечки. Нет, тут реально очень красиво, тут куча... Вот этих вот всяких прудиков, речек. Там реально очень красиво. Приходите, я всем рекомендую. Если вы живете в Украине, то вам обязательно
Мы, короче, где-то потерялись, надо эти, и нас все бросили. Нас оставили. Если мне память не изменяет, то это почти центр вообще. Ну да. И Даша не скажет, что это Киев. Офигеть, просто. Зашибись. Центр Киева. Місто Козачин. Мамаєва Слобода. Точно. Козак. Камыши. Я до сих пор боюсь, правда, что оттуда выползет какая-то змея, но тут реально красиво. И я не смогла отказаться в этом удовольствии. Если вам понравилось это видео, то не забывайте ставить свои пальцы вверх и подписываться на мой канал. Также не забывайте, что завтра, 29 июня в 19:30, будет моя первая трансляция. Буду всех вас ждать. Пока!